Я віддала тобі всю свою молодість і кращі роки свого життя. Похід з друзями на пиво або на рибалку – це святе. Якщо ти мене любиш, то доведи це. Переконана, що ви сотню разів слухали ці слова. І якщо ви їх слухали, якщо говорила вам ці слова ваша близька людина, то знайте, що це маніпуляції. І це саме та тема, яку обіцяли ми вам сьогодні розповісти у нашій черговій передачі поради психолога з практикуючим медичним психологом Оксаною Кличко-Макаренко. Оксана, я вітаю вас. І сьогодні ми говоримо про маніпуляції. Що це таке маніпуляції? Навіщо ми маніпулюємо? Навіщо нами маніпулюють? Чому це відбувається? Бо психологи, ваші колеги говорять про те, що несвідомо кожен з нас маніпулятор, бо ми маніпулюємо і дітьми, і родичами, і батьками, і друзями, і навіть на роботі. От з чим це пов'язано? Ну, все на самом деле просто. Манипуляция – это такой механизм естественный, который у нас является встроенным, и мы его начинаем использовать с детства. Маленький ребенок манипулирует своими родителями для того, чтобы скорректировать их поведение в угоду себе, для того, чтобы они удовлетворили его потребности. Поплакать, да? Чтобы получить игрушку? Да, поистерить, побиться головой о пол, вот, поболеть или еще что-то такое. То есть мы используем какие-то методы, которые, благодаря которым мы получаем комфортные условия. То есть, когда ты подходишь и просто просишь человека о чем-то, то не факт, что человек тебе это даст. Ты находишь другие способы для того, чтобы как бы вынудить не совсем честным путем человека сделать то, что тебе хочется. А чому легше от придумати якийсь такий хід, чим просто сказати: я хочу з тобою кудись піти і не ходи сьогодні там на рибалку, да? Ну от простий приклад. Ну, это как попытка добиться своего путем наименьшего сопротивления. Причем, когда, грамотный манипулятор работает, то он это делает таким образом, что жертве в итоге кажется, что это она придумала сама. Угу. Как бы это была его, ее идея. Тобто мы идем на поводу, навіть не усвідомлюючи, что мы робимо те, чего не хочемо робити. Да. А чому мы погоджуємося? Потому что играют на наших слабостях, потому что в какой-то момент люди часто входят в состояние зависимости. Вот если мы говорим про перверзных нарциссов, то есть это такие вот идеальные манипуляторы, идеальные хищники, которые, собственно говоря, вся их деятельность и в отношениях с другими людьми направлена на подавление, введение в зависимость, да, вот, и получение как раз управления, власти над другим человеком. Со мной что-то не так, я не могу получить то, что я хочу прямым путем, честным путем, поэтому я самоутверждаюсь за счет того, что ввожу в зависимость от себя и использую других людей. А можно какие-то приклады, чтобы было зрозумелее глядачам? Конечно. Потому что это такие уже глубшие вид манипуляции, может, навіть трохи небезпечно. Это как раз это не то, что немножко опасно. Это как раз тот вид манипуляции, после которого жертва выходит, как правило, с каким-то тяжелым диагнозом. То есть это вполне может быть и депрессия, и это может как способ доведения до самоубийства. Это какие-то такие тяжелые вещи, с которыми потом приходится справляться в течение многих лет. Уровень самооценки просто сводится на ноль, потому что в этом и стоит задача такого рода отношений. То есть обесценить человека настолько, чтобы он перестал верить в себя, в то, что он, в принципе, что-либо может делать сам, чтобы он был полностью зависим от своего мучителя, от этого садиста, который находится рядом с ним. Коли мы говорили про насильство в сім'ї, там також були чергування, що спочатку ніжні стосунки, романтичний період, потім іде агресія там, словами чи побиттями, чи там психологічним тиском. І тепер, чим відрізняється от маніпуляція від от цього, що ми вже обговорювали? Любой человек, по большому счету, может использовать те методы, которые использует перверзный нарцисс, но разница заключается в системности. То есть вот в данной конкретной ситуации, при этой патологии, да, человек как бы действует системно и постоянно. То есть и это такой своего рода кокон, которым он обвивает свою жертву, вот как паук, да, вот, то есть идет направленное воздействие с нескольких сторон, которое, по большому счету, полностью потом парализует. При этом, да, отдельные какие-то виды части этой схемы могут использовать обычные люди.
І, собственно, ми використовуємо. Тоді ми заглиблюємось в тему, хто такі перверзні нарциси, чому вони такими стали, звідки йдуть їхні ці патологічні схильності якимось маніпулювати для того, щоб там партнер, жертва щось йому там дала, забезпечила, задоволила і так далі. Ну, во-первых, это люди, которые, по большому счету, полностью лишены эмпатии. То есть это люди, которые не могут сочувствовать, да, и сопереживать другому человеку. Это люди, которые убеждены в некой своей исключительности. Ну, то есть что мне это дозволено, что я имею право использовать других людей. Это люди, которые превозносят все то, что связано с ними, и обесценивают то, что связано с другими. И, собственно, вся их деятельность направлена на то, чтобы подтвердить эту установку, что вот я такой замечательный, я такой хороший, а ты на самом деле плохой. Что интересно, такие люди не выбирают себе, скажем так, легких жертв. Они выбирают ярких, целеустремленных, красивых, успешных и так далее, потому что таких интересно вот как раз подавлять. А тех, кто уже стоит на коленях, неинтересно использовать, там взять особо нечего. Ну, то есть это такие вот, если говорить там, энергетические вампиры, которые просто приходят и высасывают другого человека, то это вот как раз вот яркий пример перверзный нарцисс. Перверзный — это в переводе с французского это перевертыш, да, это тот, mm-hmm. который может перевернуть любую ситуацию, исказить ее настолько, что она, по сути, теряет смысл. Часто это абсолютно алогичное какое-то поведение, но, тем не менее, он умудряется это все вплести вот таким образом, что для жертвы это становится логично. И даже если он не делает это сам, он выстраивает ситуацию так, что жертва сама начинает пытаться найти в этом логику. І как бы, ну, включається в это все. Ну, а як це проявляється? Ну, в принципі, то есть действия, они идут по определенной схеме, может быть изменен порядок, но по большому счету чаще всего присутствуют практически все вот этапы, да, все эти моменты. То есть обычно можно насторожиться еще в момент знакомства с таким человеком, причем я должна сказать, что от пола абсолютно это не зависит, то есть это угу. проявлено как и в женских, так и в мужских. Гендерная ревность, да. Да, разумеется. В вариантах. И особенностью является то, что знакомство происходит как бы очень быстро, то есть именно этот человек, манипулятор, он как бы так педалирует очень сильно ситуацию, он ее очень ускоряет. То есть очень быстро начинают... То есть букетный период очень короткий, да? Да, иногда люди женятся через месяц. То есть ну, очень стремительное знакомство, сразу начинают говорить о том, что вот да, я понял, вот именно ты, та самая, если мы говорим там, например, про мужчину, да, которую я искал, мне тебя там предсказали там 11 лет назад, и вот теперь я тебя встретила, я тебя узнал, я понял, что это именно ты, и вот только ты там можешь мне помочь и спасти, значит, только с тобой я чувствую себя вот настоящим и полным, и целостным. То есть он принижает себя в этот момент, да? Он превозносит. Он не принижает себя, он превозносит свою жертву потенциальную. То есть человека сразу вот начинают как-то восхвалять, причем такие люди, они очень хорошо чувствуют других, они очень классные психологи, они сразу находят потребность жертвы, на которую можно надавить и как бы дальше сказать о том, что ну вот ты этого хочешь, я тебе готов это дать. В то же время они сразу находят слабости человека, у нас у всех есть какие-то свои комплексы, да, и на эти комплексы начинают тоже обращать внимание и говорить о том, ну вот, например, если у женщины есть комплекс там, касаемо какой-то внешности, он начинает ее превозносить и говорить о том, что я никогда не встречал такой красавицы, или вот там какую-то изюминку в ней находить, которую ранее никто не находил. И у нее действительно вот складывается такое ощущение, что вот она встретила наконец-то эту свою идеальную вторую половинку, и вот только он это увидел, и больше вообще никто в жизни этого не замечал. Вот, наверное, это действительно тот самый человек. Вот, ну, у мужчин тоже как бы есть какие-то свои вещи, на которые, да, можно вот так вот именно акцентировать внимание и превозносить его. И человек ведется и как бы вступает в эти отношения, считая, что вот, да, действительно, вот
это то самое. У всех у нас есть какая-то сказка в голове, да, на предмет того, что где-то бродит этот твой идеализированный второй партнер. И вот человек думает, ну, наконец-то, вот я намучился в этой жизни, и мне наконец-то вот дали как награду этого человека, я его встретил, и чтобы его ни в коем случае не упустить, нужно действительно побыстрее входить в эти отношения. И такой человек, он быстро продвигает, то есть, ну, стремление выйти на следующий уровень, да, то есть это быстрая постель, это действительно какое-то такое позиционирование этих отношений, возможно, ну, в зависимости от целей, да, вот, то есть могут эти отношения выноситься как бы на общие, да, прилюдные. Публично, да? Да, да. Вот, и там может это все так поддерживаться и рассказываться о том, что ну вот, наконец-то я встретил вот того самого, встретила. Завидуйте мне, да? Встретил, да. Вот, и, в общем, создается такой вот какой-то вот сумасшедший антураж и вот такая видимость медового месяца и там бешеные какие-то поступки, там 365 роз, какое-то повышенное внимание к личности этого человека, то есть это именно любовная бомбардировка, то есть там 100 смс-ок в день, где ты, что ты, как ты, я за тебя очень волнуюсь, там, и так далее, и так далее. Вот, и быстрое вхождение в жизнь другого человека, как бы встраивание, да, вот туда, для того, чтобы человек начал, опять-таки, в некоторой степени испытывать эту потребность в этом человеке, да, то есть он, чтобы он привык к этому повышенному вниманию. И в случае, если он его потеряет, то у него уже было это чувство пустоты какой-то, неудовлетворенности внутренней. Завоевание відбулось, вони живуть разом, і що потім? Вся такая прелюдия очень активная, она не может длиться долго, потому что это, ну, по сути, игра такая показная. И достаточно быстро случается ситуация в тот момент, когда вот манипулятор понимает, что как бы жертва попалась, она находится уже, все, она в этой паутинке, включается другая штука, то есть почему-то не, по необъяснимой причине либо происходит какая-то вспышка ярости, либо просто вот резко, непонятно почему, охладевают чувства, и отношения могут даже на какое-то время прекратиться, или человек может, допустим, пропасть. Это, опять-таки, вызывает, вот, включает вот этот механизм зависимости у жертвы, да, то есть она сидит, думает, а что же страдания случилось? Начинаются. Она начинает, да, искать в себе причину, а вывести жертву на чувство вины, чтобы она покопалась там в себе и придумала сама, что же она сделала не так. Вот, это одна из целей тоже манипулятора. Вот, человек может на время, допустим, исчезнуть, через какое-то время появиться, как ни в чем не бывало, как бы продолжить эти отношения с нуля. Либо же, если эти отношения уже зашли в какую-то более серьезную стадию, например, люди поженились, да, то это может быть какая-то агрессия, отдаление, там, ссора, уезжание к маме. Там, женщины часто такие вещи практикуют там, и так далее. То есть опять-таки навязывание вот этой чувства вины. Причем такая ситуация создается искусственно. Ввиду того, что манипулятор уже хорошо знает вот эти вот болевые точки, на которые он может надавить, то есть он может создать ситуацию таким образом, что жертва в любом случае включится, выдаст какую-то реакцию, и потом ее же в этом обвинить, мол, ну, это ты неадекватен или неадекватна. Начинаются какие-то претензии, то есть те вещи, которые раньше, до этого, они как бы превозносились и показывались как какая-то изюминка, да, вот партнера. Теперь начинается критика, да, постоянная. Причем эта критика какая-то очень уничижающая, обесценивающая. Ну, из серии показать человеку, что с ним что-то не так. Вот ты читаешь эти книги, ты что, действительно думаешь, что они, ну, умные? Или ты почему ты смотришь такие тупые фильмы? Или почему ты общаешься с этими людьми? Ну, из серии такой посыл внутренний дается, да, вот я тебе был лучшего мнения, или я тебе была лучшего мнения. Все, что бы ты ни делал, это всегда как по умолчанию идет там приставка «недо». Ты недостаточно хорош. Да? Или, например, могут рассказываться вещи о том, что вот о тебе другие люди, какие-то другие люди, абстрактные, не называя имен, вот говорят вот это. Ну, и посыл такой, что вот ты, опять-таки, с тобой что-то не так, да, значит, с тобой нельзя нормально общаться. Постепенно создается
как бы кокон такой, да, вот, точнее, не кокон, а вакуум вокруг человека, который жертва. Да, я хотіла запитати, що це цілеспрямовано, щоб людина позбулась друзів, позбулась своїх звичок, інтересів, захоплень, хобі і так далі. Да, делается таким образом, чтобы рассорить этого человека, жертву, со всеми остальными, для того, чтобы у него как бы не было альтернативного мозга, альтернативного мнения, для того, чтобы никто не, со стороны не сказал, что ну, ты посмотри, где ты оказался или оказалась, в какой ситуации. Делается это следующим образом. То есть самому человеку внушается то, что вот опять-таки о тебе говорят там какие-то гадости, вот они все плохие, а я хороший. И в то же самое время за спиной у этого человека, у этой жертвы, да, выносится какая-то информация, там, условно-позорного характера, причем это может абсолютно быть придуманное, или какие-то, ну, внутренние тайны, которые, они у нас у всех есть, да, какие-то скелеты, которые, значит, выносятся, для того, чтобы, ну, создать ситуацию, когда и жертва сама к людям тянуться не будет, и они к ней особо тянуться не будут, потому что они как бы ее постараются исключить. То есть либо рассказывается о том, что она там творит какие-то непотребности, там пьет, отказывается от детей там, или еще что-то. Ну там буянит. В общем, что-то такое придумывается для того, чтобы просто вот создать... Компрометация вот это, да, такая. Да, и всех рассорить между собой. И чтобы единственным источником информации, собственно говоря, близости к этому человеку, к жертве, был сам нарцис. Ну, таким чином, людина, яка от підпадає під цей діагноз, да, нарцис, він себе психологічно, ну, підгодував емоціями цієї людини, яка є жертвою, да? А от, ну, жертва, от вона може, ну, якось протистояти, да? Вы попали как бы под воздействие такого человека, именно который системный, да, вот у которого эта система уже отработана, то выйти из-под этого влияния достаточно сложно, и противостоять ему достаточно сложно, особенно если этот человек постоянно с тобой рядом 24/7. Ну, то есть, если вы уже дошли до состояния брака, например. Особенностью таких отношений также является то, что человек, нарцисс, на себя переключает по большому счету все внимание, и отношения строятся исключительно вокруг него. То есть либо это по принципу, какие бы у тебя ни были проблемы, мои проблемы всегда больше. То есть, ну, что ты ноешь, вот у меня тут действительно проблема, да? Если проанализировать вот все общение, которое с ним происходит, и причем это могут быть и просто друзья, да, но даже в дружеских отношениях, если проанализировать тему бесед с таким человеком, то можно понять, что 90% из 100 – это беседы именно про него и про его проблемы. Это могут быть, может быть действительно какое-то там постоянное нытье, рассказывание о том, что все вокруг козлы там, и так далее, вот все его обижают. Как только человек пытается, второй человек пытается на себя каким-то образом переключить и поговорить о своих проблемах, то это какое-то формальное такое выслушивание для галочки, это какие-то такие формальные советы, формальное включение на мизерах, вот, и опять-таки попытка переключить на себя. То есть и в семье отношения строятся ровно таким же образом. То есть по большому счету в центре у нас может быть только один человек. Если мы говорим, допустим, что нарцисс – мужчина, а жертва – женщина, то в тот момент, когда появляются дети, для него это недопустимая вообще ситуация, если женщина сосредоточена на детях. То есть он начинает наказывать ее и искать параллельно других жертв вовне, для того, чтобы как бы вот получить вот эту вот энергетическую подпитку. Нарцисс – это человек, который не терпит критики никакой в свой адрес, он никогда не принимает какие-либо претензии по поводу собственного поведения. Всегда старается сделать таким образом, чтобы, если что-то нужно сделать нелицеприятное, то это сделать чужими руками, подвести к этому саму жертву или каким-то образом накрутить других людей, которые этому поспособствуют, для того, чтобы потом сказать, что я тут абсолютно ни при чем, это ты так решил или решила. То есть, ну, это такая ящерица, которая будет крутиться до бесконечности, и даже если вы его поймаете там в какой-то момент вот четко, все равно он отбросит хвост и убежит. Ну, то есть вот где-то про это. Угу. И
человек будет до абсурда выкручиваться и придумывать какие-то фантазийные вообще себе оправдания, вот только бы, значит, не принять эту вину на себя, потому что ему крайне важно находиться в этом состоянии собственной идеальности и непорочности. Еще одним важным таким моментом, на который можно обратить внимание, это то, что у такого человека всегда виноваты все вокруг. То есть если человек говорит, допустим, о своих каких-то бывших отношениях, неважно каких, опять-таки это все они, это они меня гнобили, это, допустим, они меня кто-то использовали, меня не понимал. Да, это, ну там, я не знаю, там, это они меня на себе женили, это там, ну, в общем, все что угодно, вот я в этом никакого участия не принимал. Велика вероятность того, что если вы находитесь в отношениях с этим человеком, буквально через самый короткий промежуток времени о вас будет говориться ровно то же самое, вас точно так же будут поливать грязью. То есть хотите узнать, что будет говорить про вас, послушайте, что он говорит о бывших, да? Угу. Или она говорит о бывших. Ну, така поведінка проявляється тільки в близьких стосунках, чи на роботі теж може бути прояви якісь? Якщо, наприклад, він ще й начальник? Ну, так это поведение, оно повсеместное, то есть попытка самоутвердиться, она как бы касается всех. Единственное, что она может иметь разную степень выраженности, все зависит от того, насколько люди от него зависимы. То есть у нас есть достаточно много и достаточно часто встречаются начальники с такими вот, ну скажем, неадекватными проявлениями такого тиранического, деспотического характера, да, которые считают себя вправе самоутверждаться за счет других людей, и они сильно не выбирают методы, скажем, и унижают, и обесценивают других людей. Ну, в таком разе, от якщо ми говоримо про стосунки в родині, там стосунки в парі, то як можна з цього вирватися людині, яка потрапила під цей тиск, і як потім відновлювати свою знищену самооцінку, вибиратися з депресії і так далі? Це можливо? Я хочу сказать, что очень часто люди выходят из этих отношений уже так и физически, и психологически поломанными. И если человек достаточно долго пробыл в таких отношениях, то это видно. То есть человек резко стареет. У него начинают какие-то происходить изменения на физическом уровне, появляются какие-то болезни, возможно, там возникают даже какие-то зависимости, потому что есть попытка психики вообще как-то избежать, уйти от этой ситуации. Психосоматика, хотя бы в альтернативные какие-то. То есть это может проявиться через какие-то хворобы. Да. Вот. Бывает так, что состояние жертвы, оно уже настолько глубоко, она уже настолько обесценена, что она просто не верит в то, что возможно выйти из этих отношений. И даже если она выйдет, ей постоянно внушается то, что ты сама не сможешь, ты сама не справишься, ты посмотри на себя, и всячески доводится до этого состояния, да, чтобы жертва не могла уйти куда-то. Вот. И поэтому вот эта зависимость от манипулятора, она уже настолько сильна, что не дает даже возможности уйти. Плюс, как бы, очень часто, не очень часто, а в принципе, то есть отношения строятся таким образом, чтобы постепенно довести жертву до состояния, когда она примет фактически все, что по отношению к ней будет предприниматься, да, со стороны манипулятора. То есть, ну, это такое окно Овертона, когда постепенно к тебе проявляют насилие, каждый раз все больше и больше, и каждый раз, когда ты соглашаешься на это, да, когда ты продолжаешь это терпеть, то есть это расширяет сферу допуска, и в следующий раз тебя, ну, бьют еще больнее. То есть, во-первых, этим, ну, таким поведением жертва показывает самому нарциссу, что да, действительно, я хуже тебя, я этого заслуживаю, потому что я на это соглашаюсь. Она подогревает его самооценку, показывая, что раз я на это соглашаюсь ради тебя, значит, ты велик, ты могуч, ты действительно этого достоин. И она постепенно вот входит в это, ну, в этот круг, да, в котором в какой-то момент она окажется уже в состоянии, когда творится полный трэш, и она все равно на это согласится. То есть, ну, там, манипуляция на самом деле, вот, когда ты в этом не находишься и смотришь на это со стороны, да, это выглядит смешно, наверное, в какой-то степени. То есть люди не всегда могут понять, как вообще такие вещи можно допускать. Но когда жертва находится в середине, и действительно вот из этого всего очень сложно выбраться. Ну,
например, да, вот ситуация, как манипулятор может развернуть какой-то свой косяк, вот, за который как бы нужно нести какую-то ответственность, а ответственность мы нести не умеем и не хотим. Ну вот что-то там сделал нелицеприятное, ну, например, там, не пришел ночевать, да, показав жене или подруге, что мне не обязательно выполнять какие-то там... Общепринятые правила. Правила, которые у нас установлены в этой семье, да, конкретно. Вот, естественно, она обиделась. Естественно, она пытается поговорить о чем-то. В чем же вот, дело, он да? Приходит, да, он приходит и говорит о том, что... Ну, а что тут такого? Ну, ладно, там загулял с друзьями. Она в этот момент находится в состоянии обиды. Он разворачивается, уходит и говорит, ну, ты же меня не простила, ты же обижаешься. То есть он перекладывает как бы чувство вины на нее. То есть он не просит прощения за то, что он совершил. Он перекладывает на нее вину за то, что она его не простила. То есть вот, казалось бы, да, какая-то абсурдная такая ситуация, но тем не менее это работает, потому что женщина начинает искать действительно в себе причины и думает, ну да, действительно, ну как это, что же я? То есть она звонит ему и говорит, ну хорошо, возвращайся, я тебя уже простила. Он говорит, нет, теперь я вернусь завтра. То есть он ее еще и наказывает за это. Ну вот какие-то такие вот штуки. И, ну это просто как один из частных примеров, на самом деле. Но он просто демонстрирует, каким образом можно вывернуть ситуацию, вот поломать эту психику, да, да, потому что по итогу из этих отношений человек выходит в глубоко поломанном состоянии. Ну, якщо людина, якщо ми говоримо, що людина доросла, вже більш-менш стійка психіка, то якщо в такій сім'ї, де є маніпулятор, нарцис, якщо в такій сім'ї є дитина, як це відображається на дітях? Ну, діло в тому, що... Зависит от того, насколько как бы сам нарцисс будет включен в ребенка, то есть как он к нему будет относиться. Ребенок будет как раз тем самым, той самой здоровой частью, с которой он будет пытаться честно взаимодействовать. Вот. Но даже если он его не целенаправленно не поломает таким же образом, не ведет в это состояние зависимости от себя, но он будет, да, да, он будет примером, который велика вероятность того, что ребенок наследует. Потому что, будучи абсолютно здоровым, эмпатичным человеком и чувствуя, понимая и разделяя эмоции других людей, он может все равно использовать эти методы для того, чтобы быстро получить то, что он хочет, потому что он видел, как это работает. Это те вещи, которые, наверное, на которые стоит обратить внимание, стоит насторожиться и притормозить. То есть дать себе время получше узнать человека. Потому что долго играть он не сможет. И так или иначе вы увидите эти маячки, за которые можно зацепиться и просто вовремя прекратить отношения, пока туда не влип. Дякую за розмову. Чим глибше ми вивчаємо тему стосунків, тим більше різних нюансів, на які треба звертати увагу. Дійсно, це складно, але це треба робити. Треба робити якийсь аналіз, треба слухати, щоб, ну, може, якось дійсно зрозуміти певні речі, яких не можна допускати, на які треба звертати увагу. Тому залишайтесь з нами і наступного разу. Буде цікаво.